В немецкой федеральной земле Саксония возле офиса отделения партии «Альтернатива для Германии» прогремел взрыв. ЧП произошло в четверг вечером в центре города Дёбельн на востоке страны. Пострадавших нет, повреждено здание офиса, припаркованные поблизости транспортные средства и соседние дома. В управлении уголовной полиции, которое ведет расследование, полагают, что преступники руководствовались политическими мотивами. По подозрению в причастности к инциденту задержаны трое мужчин. Вот что рассказывает очевидец. Мы поужинали, затем убрали со стола, и тут в офисе напротив прогремел взрыв. Взрывной волной выбило стекла в наших окнах. Заместитель премьер-министра Саксонии Мартин Дулик написал в своем микроблоге: «Насилие не метод демократии. С АДГ нужно бороться политическими методами, а не при помощи взрывных устройств». В Саксонии активно себя проявляют сторонники как ультраправых, так и левых политических движений. После убийства жителя города Хемница, в котором подозревают мигрантов, в регионе прошли массовые акции протеста, зачастую перераставшие в беспорядки и столкновения.